давай мы сначала рассматривать машинки, машинки, да? Смотри, ну давай рассмотрим эту твою большую машинку. Это машинка с Микки Маусом такая, да? Где у нас тут Микки Маус? Привет, Микки Маус. Какие тут звуки? А ну, Микки Маус что-то говорит? А ну нажми все кнопочки. Угу. Микки Маус разговаривает. Можно сзади катать. Так, Максимка катается. А, ехали. Можно, как Максим сам отталкивает себя, катается. А можно мама сзади катается. Да? А ну, где твой сигнал? Нравится, да? Здесь маловато места. Но у тебя там, по-моему, что-то еще внутри в этой машинке есть, да? Что там? Так, что у нас здесь внутри? Много машинок, да? Маленькие. А что у нас здесь за машинка такая? Смотри. А что это за желтая машина, Максим? Как люль. Это у нас пожарная машина. Да. Да? Да. Отлично. Давай следующую посмотрим. Давай, маме, мама будет тут. Та машинка, да? Это машинка. Как звучит? Что это за машинка? А? Какая-то эксплорер машинка, наверное. Да. Не знаю. Она ездит там по джунглям, наверное. О, что это у нас, Максим? Это танк. Танк. Ничего себе. Вроде бы американский танк, да? А ну-ка, следующее, что у тебя еще есть? Смотрим. Это лодка машина. Это лодка машина? Ничего себе интересно. Это какая, а? Лодка машина какая? Ну разверни ее немножко, покажите вокруг. Ух ты, на колесах и лодка плавает. Ну дальше, что еще? У нас уже здесь больше машинки выстраиваются. Джип, да? Джип такой? Да. Покажи, покажи, покажи. Двухдверные колеса. Там у него еще можно прицеп, по-моему, цеплять, да? Да, прицеп можно прицепить. Ух ты. Отлично, давай поехали дальше. Что тут еще? Двигатель видно. Ух ты, классно. Да. Давай дальше. Серёга. Что это за это мотоцикл. Мотоцикл. А он сам может стоять или нет? Наверное, или тебе нет. Надо его держать? Наверное, ну, подержи его, Максим. Подержи, сынок. Подержи. Белый мотоцикл спортивный, да? Да. Быстро он умеет ездить? Да. А как он гудит? Как он гудит? Как? Слабовато так гудит, да? Он не умеет. А ты должен ручки его держать и так возить его, да? Вот такой вот. Ой. Хорошо, давай следующее будем смотреть, что у нас там есть. Что у нас дальше есть, Максим? Доставай. Вот. Это скорая помощь. Скорая помощь, да? Да. Подожди, я посмотрю еще поближе. Покрутите ее, покрутите, мы посмотрим. Амбуланс. На английском амбуланс. Правильно. Скорая помощь. А что делает скорая помощь? Не, ну а вообще что она делает? Там возит докторов, да? Едет на помощь людям, да? Да. Кому плохо, едет скорая помощь и спасает, да? Спасает. Молодец. Лечит людей, давай. Хорошо, что еще? Какая следующая? Какая у нас следующая машинка? Ух ты, какой это джип у нас или что это? Да, джип, красный джип. Да. А мне кажется, это мне кажется какая-то пожарная машина, вид пожарной машины. Да, там лестница есть, какая-то пожарная машина может быть даже, да, Максим? Да. Отлично. Что тут? Что это за машина? Что это пожарная машина? А ну разверните ее, пожалуйста. Нет, ты поставь на руль, сынок. Ух ты, какая-то старинная, да? Да. Старинная? Классная. Да. Колеса у нее старинные, тоже без крыши даже, ты видел? Да. Класс, а ну давай дальше. Это когда жарко, наверное, она летом ездит, да? Она летом ездит. Летом ездит? Да. Когда жарко, с ветерком. Так, что еще это? Еще одна старинная машина. Ух ты, это вообще старая-старая. Смотри, тут спереди и сзади есть места. Как будто карета какая-то. Да. Старая! Карета у нее, движок старинная. Видно, видишь, движок старинная. Видно. Старая? Двигатель, где у нас двигатель? Покажи пальчиком. Двигатель. Это не двигатель. Где движок? Вот. Правильно, молодец. Правильно. Ну давай, давай дальше, следующее. Давай посмотрим. Смотри. Что там? Какая-то гонка. Гоночная машина, да? Да.
скоростная, да, такая быстрая? Ты, а ну разверните ее, пожалуйста. Без крыши машина, классно. Мчится это ветром, обдувает, да? Да. Давай дальше. Смотрите, желтая. Еще одна гонка. Двухдверная. Она быстрая. Мустанг? Вроде бы называется Мустанг эта машина. Тоже с Hot Wheels, наверное, серии. Ой. Желтенькая. Хорошая. Ух, какая линия. Смотрите, это автобус. Это автобус? Да. Классный написано автобус, метро-шаттл. Написано, да? Это черная машина. Черная гоночная машина. Что же это за модель? Вроде бы на Бугатти похоже. Но я не уверен. Ничего. Красный салон там внутри. Да, видишь красный салон? Это черная. Да. Видишь? Двухдверная. Да. Что у нас следующее? Машина серая. Серая машина? Что это за машина? Еще один джип. А что там написано? MBX? Тойола или что? Тойота. Тойота машина? MBX джип. Вот уже у нас серия такая выстраивается. Большая, длинная. Ничего себе, много. Но у нас еще есть больше, еще, да? Много там машин внутри? Да. А ну? Это было. Что это? Аэропорт. В аэропорту работает эта машина. Написано Airport. Это бензин заправляет самолетом и вертолетом, да? Нарисован, значит, вертолетом тоже заправляет бензин. Работает в аэропорту, да? Самолетам же нужен бензин, да? Да. Конечно. Да. Что это? Это монстр-трак такой? Да. Нет, это ну чуть-чуть между монстр-траком и джипом, да? Ну, 4×4, это значит... Он быстрый! Быстрый, наверное, ездит по горкам, по ямкам, может легко ездить, да? Колесо, запасное колесо она возит, эта машинка. Поставь, пожалуйста, на низ мы увидим. Ой, сижай. Сижай. Давай дальше, что у нас следующее? Вот это скоростная. Скоростная опять? Да. Это у нас ралли-машина такая, вроде бы похожа. Да. Окей. Быстрая. Как это у нее спойлер или как это называется? Спойлер сзади. Спойлер сзади. Смотри. А это у нас трактор такой, да? Да. Чистит снег, наверное, когда Нет. у нас снег идет. И даже песок. И даже песок, да? Да. Ясно. И ковш у него огромный. Ковш такой. Ну, да. Чистит таким ковшом снег. На снег недавно выпало много, да? Помогли. Даже. Что? И песок. И песок, ясно. О! Что это? Это золото. Ой, упало? Да. Это, я не вижу, падает. Поставьте, посмотрим, что это за машина. Я не понимаю, что это за машина. Максим, я понимаешь? Не понимаю. Ничего не написано. Ничего не написано на ней. Там что-то вроде бы написано. Ну, не понять, там какое-то животное на ней. Вы можете написать, может, что это за машина? Мы не понимаем. Так, следующее. Это зеленая. Зеленый. Что это опять у нас? В аэропорту работает. В аэропорту. Огнетушилка? Это пожарная машина в аэропорту. Это как будто жвачка. Если что-то случилось с самолетом. Да. Если что-то случилось с самолетом, она пожарная машина едет и тушит. Пишет на помощь, да? Да. Спасает. Давай дальше. Смотрите. А что-то описано? Пожарное. Еще тоже пожарное? Да. Запасное колесо, я вижу, там сверху есть. Да. Это блок. У нас там еще много машин? Ну давай посмотрим, сколько у нас там еще машин. Мало. Мало уже осталось? Да. Давай дальше, показывай. Смотри, это с лодкой. С лодкой видел. Перевозит лодку, едет на речку. Это тоже плавать. Вроде бы какая-то рабочая машина такая. Рабочая машина, может быть, это тоже для огнетушителей. Это опять гонишь. Гонка у нас машинка? Да. А ну посмотрим поближе, что это за машина. Такая раньше. Там что-то написано. Мам, посмотри, что там написано. Я не вижу, что MBX. Там написано. MBX. Опять MBX? Угу. Понятно. Давайте дальше оранжевое. Надо глаза еще это желтая. Пожарная. Это опять пожарная машина? Да. Или это мусорная машина? Нет, что это не такое? Мусорная машина. Ой, она упала у тебя. Вот так.
Вот так. Давайте дальше поехали. Что у нас еще есть? Что у нас там? Что это за машина? Это грузовик. Грузовик опять? Нет, это вроде бы не грузовик. Не, ну ты ж поставь, мы посмотрим. Можно еще лазить. Какой легкий грузовичок, да? Закручать, что какой-то груз. У него кузов, да, есть, Максим? Да. Ой, упала. Давай дальше. Смотрите, это как будто... Как будто что? Написано security. Security. Security, может это полицейская такая крутая машина? Может быть. Да. Нет, ничего нет. Не, ну сбоку там написано и нарисовано как будто полицейская машина. Security это охрана, да? Да. Это эвакуатор. Это эвакуатор. Точно, Максим. Когда машина ломается? Да, 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 да. Эвакуатор. Да. Это когда кто-то неправильно паркуется, и, да? Да. Их машину утягивают. Да. Или если поломалась. Помогает, приезжает на помощь, да? Угу. Ну что, дальше? Все, уже больше ничего. Что, это все? Да. Закончилось? Да. А ну посмотрю. Да, все, вот у нас наши все машины. Да. Садись. Я вот поеду сколько можно. Поедешь, посмотришь, сколько машин у тебя. Да. Это не простой паровозик, да? Это как сундук какой-то, как чемоданчик, можно его носить, да? Носить. Давай посмотрим, что там открывается. Я не могу открыть. Что-то открыть здесь можно, да? Так, он здесь так открывается. И у нас внутри есть места для машин. Уилсон будет перевозить машинки? Да. Какой же будешь сначала открывать? Автобус поместился. Что это было за машина? Это... Джип был? Джип. Что там, гоночная машина? Черная. Не желтая. Желтая. Старинная машина. Старинная. А уже это... первый ряд. Максим запомнил, да? Первый теперь... этаж уже все. Теперь места второй. Больше нету. Есть. Ты уже сразу наверх решил. Второй этаж пропустил. Вот это. Хорошо, пожарные машины теперь Максим грузит, да? О-о-о! Коля! Ой, вылетела! Отлично, дальше. Интересно, нам для всех хватит места или нет? Нет. Мне кажется, нет. Это большая машина. Может, есть для нее побольше места? Здесь, может, нет? Нет. А давай мы поменяем. Здесь маленькая машинка, мы ее... сюда перенесем. Она поместится в нижний ряд, да? Да. Поверни зайчик немножко так. Ой, вылетел. Все вылетели. Так, чтобы все машинки и волосы на голове, на Максим. Немножко в сторону зайчик. Молодец, зайчик. Это там. Да, ого. Ему надо много места. А сюда? Не поместится? Нет. Давай мы снова поменяем отсюда. Возьмем гоночную машинку и перенесем ее. Блеста. И танк поместился. А лодка сюда. Что? Лодка? Машина лодка. Смотри, она там две могут влезть. Да. Там где лодка. Тогда еще можно одну машинку запарковать. Как много машин. Вот еще. Мотоцикл. Скорая помощь. Есть еще место. Вот. Еще одно место осталось. Все, нету больше места. Больше никуда там не влезет ничего. Ну и так много машин поместилось. Вот это. Это чересчур широкое, да, не помещается. А где вас? Давай мы теперь закроем, да? Да. И Уилсон их повезет куда-то? Да. На горку. На горку? Да. На детскую площадку или куда? Что мы принесли сюда площадку? Какую площадку мы можем сюда принести? Или машинки поедут на гоночную дорогу, там где они будут кататься, да? Мы поехали, да? Чу-чу! Смотрите, в следующей серии, как Максимчик будет этими машинками играться, спускать их с большой горки. Да. Всем пока!
Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Гулятка.